Красно-Осетинская автономная область, входя в состав Грузинской ССР, занимает площадь в 4000 квадратных километров с населением более 100 тысяч человек. Озеро Тель в Тельском вулканическом Нагорье, район широко развитого животноводства. В альпийских лугах пасутся многочисленные отары овец. В одном только колхозе имени Берия, в селении Рока, стадо насчитывает свыше 10 тысяч голов. Этот колхоз из года в год выходит победителем в социалистическом соревновании. Председатель колхоза, депутат Верховного Совета Грузинской ССР, Марта Плиева. Невдалеке от пастбищ колхоза имени Берия, на противоположных склонах гор, пасутся стада соревнующегося с ним колхоза имени Кагановича. Здесь, на дальних и ближних склонах, мы видим одновременно 15 тысяч овец. Осетии выводят ценную породу полугрубошерстных ксанских овец. Эта овца вместо обычных 2-2,5 килограммов дает ежегодно до 5 килограммов шерсти. Около 15 лет работают над выведением этой породы зоотехники Йосипашвили, Амаглобели, Бельянидзе и Асатьяни. Они ведут свою работу в тесном содружестве с заведующим животноводческой фермой колхоза, депутатом Верховного Совета Грузинской ССР, товарищем Башалури. Помогая животноводам, научные работники под руководством профессора Елизаветы Александровны Пуш добились значительных успехов в улучшении кормовой базы горных пастбищ. От хороших кормов зависит качество известного тушинского сыра, который изготовляется во многих колхозах Грузии. Для подведения итогов социалистического соревнования Марта Плиева приехала в колхоз имени Кагановича. От колхоза имени Берия договор подписывает Марта Плиева. От колхоза имени Кагановича председатель колхоза товарищ Чатишвили и Башалури. В 1950 году колхоз имени Кагановича вышел с лучшими показателями. Подписывая договор, Марта Плиева пообещала в будущем году снова завоевать первенство.